держали этот танк. Российские солдаты, присоединившиеся к вооруженным силам Украины и ставшие легионом «Свобода России», затрофеяли танк русских оккупантов. На кадрах, опубликованных в телеграм-каналах, бойцы легиона уверяют, что оружие оккупантов будет использовано против них же, и этот танк пойдет на Москву уничтожать Путина. Представляем вам эти кадры. Жаль этот танк. Для того в скором времени пойти на Москву Путина и всех прочих таких, как он. Свободу России! Свободу России!